Сложением игры нельзя было. Табло. И это сим. Сейчас человек выходит на футбольное поле вместо него. Ради него сегодня здесь собрались. 8 это половинка от 16. Крисана Джеуса всерьез. Паренек с мячом движется к воротам. Сейчас подкатит, не дотягивается. Несколько футболистов сборной мира пропускает мяч под рукою. Ну, это был удар потрясающей силы. Джеус продолжает атаковать и гол. Он забивает этот мяч. Он просто смял оборону звезд команды мира. На 62-м окончании поединка собрались у центрального круга. Сейчас все участники этой игры. Удар точнейший. Ему чуть не хватило силы, правда. Но, тем не менее, партнеры поддержали. И Джеус Хрисан забивает второй мяч. Ворота звезд, сборной звезд мира. А сейчас на наши вопросы готовится ответить футболист.